пережила все вот как в жизни. Кризис, вот этот наш упадок, то, что мы залезли в долги, не могли. Казалось уже все. Вот мне казалось еще один ход, и где я перешагну и должна буду заплатить там $960, все, а у меня их нет, у меня просто нет. И тут в один прекрасный момент мы все вытащили счастливый билет, и у нас все пошло в гору, вот стало богатым человеком по окончанию, оказывается, ребята помогла, вытащила. Все как в жизни, прорабатывать надо свои ошибки, свои страхи. Много-много полезной, интересной информации, над которой надо еще очень-очень работать. Ну, вообще очень круто. Спасибо Василию Астахову за денежный поток в Украине. Замечательная игра. Приходите, играйте, развивайтесь, работайте над ошибками, получайте много-много интересного и нового. Спасибо. Скажи, пожалуйста.